мнение. В маечке под номером 10 выпейте из скамечки моей зелье от несчастной любви. Вы мой учитель по ботанике, вы меня в подсобку не заманите. Вы меня в подсобку не заманите. Девочка по имени Лен, девочка по имени Лен, маечка под номером 10, девочка под номером 10, девочка под номером 10. Вы мой учитель по ботанике, вы меня в подсобку не заманите. И пока пятерку не поставите, больше вам не будет девочка по имени маечки под номером 10. Выпейте из сяночки моей зелье от несчастной любви. Такая грустная песня про девочку по имени Е. Грустные все песни, похоже. Помнишь, была такая? Да, да, да. Следующая станция, осторожно, двери закрываются, не прислоняться. Никто не выполняет. Все прислоняются. А дверь же может открыться. Случайно. И все. Но ты в тоннеле. Но обратили внимание, вроде грустная, да, музыка? Такая вот безысходная, а в то же время эмоции почему-то положительные. Минорная в основном. Это парадоксальность миноро-мажорной гаммы.